1 сентября – это возможность познакомиться с одногруппниками, с другими студентами и с институтом или факультетами. Кроме того, это точка отсчета, когда начинается наша активная студенческая жизнь. 1 сентября – это про изменения, это про новых людей, новые предметы, новые открытия – это все, что нас окружает. Как открыть абсолютно новую книгу? Твоя история только начинается, тебе еще предстоит встретиться с самыми разными людьми, познакомиться с преподавателями. Это начало удивительной истории, которую ты никогда не забудешь. Ну, лично для меня 1 сентября – это только счастье, как сегодня. 1 сентября – это то время, это то место, это та дата, с которой все начинается, точка отсчета. А университет Лобачевского, в свою очередь, это точка притяжения всех студентов, возможностей и прекрасного будущего. Дорогие студенты, и первокурсники, и выпускники, и бакалавры, и магистры, и аспиранты, поздравляю вас с 1 сентября, с этим праздником, так любимым в нашей России. Для университета Лобачевского 1 сентября озаряется вашими улыбками, гомоном, которые слышны по всем этажам наших учебных корпусов. В этом году мы принимаем вас в отремонтированных, удобных учебных аудиториях. Первокурсники, пожалуйста, не волнуйтесь, вас обязательно встретят. Теплые руки возьмут кураторы. У каждого будет персональный куратор из студентов, и плюс еще куратор вашей группы. Поэтому вы ни в коем случае не останетесь без внимания. Мы вас очень ждем, любим и хотим, чтобы в стенах университета вам стало очень комфортно, как дома. Поэтому всем студентам я еще напоминаю, что кроме учебы, кроме сессий и успешных зачетов, на которые я очень надеюсь и желаю вам их получить, у вас останется время на спорт, на музыку. С праздником вас, с 1 сентября!